Средняя стоимость квадрата вторичного жилья в Уфе за год выросла на 12% до 117 200 рублей, сообщили в ЦИАН аналитики. В среднем по стране показатель увеличился на 12%. Основной рост пришелся на третий квартал года. С января по июль средние номинальные цены на рынке жилья стагнировали. В месяц фиксировался рост на 0,4–0,8%. С августа динамика стала более выраженной и достигала 1–2% в месяц. В этой связи, по словам экспертов, спрос начал снижаться, а срок экспозиции увеличился. Вот если мы посмотрим на рынок вторичного жилья, готового жилья, где уже нет вот этих льготных низких ставок, где покупатели берут ипотеку под 15-16, а то и 17% годовых, мы понимаем, что количество таких покупателей логично за последний месяц сократилось. То есть остались те, кто продает, например, двухкомнатную, тот на увеличение трехкомнатной, и им нужна небольшая доплата, они готовы взять по более высокой ставке. Если, как говорится, люди берут с нуля с первоначальным взносом, то разница в платеже при росте ставки, да, которая произошла в последние месяцы, это уже ощутимо, и люди откажутся, либо перейдут на рынок новостроек, будут смотреть, что там. Максимальный рост цен в этом году зафиксировали в Челябинске на 40%, в Махачкале на 28%, в Тольятти на 27%. Минимально изменились цены на вторичное жилье в Сочи, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге от 0,2 до 5%.